Новости из НИСИ пришли сегодня утром. Накануне ночью там вспыхнул частный двухэтажный деревянный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного главного управления МЧС в 23:38. В доме проживало два человека – женщина-инвалид 76 лет и ее сын 53 лет. Предположительно, в момент возгорания они находились в доме на втором этаже. Официальной информации о пострадавших пока нет. Сотрудники Главного управления МЧС и правоохранительных органов планируют выехать в населенный пункт 16 января. Подробнее о происшествии нам рассказал старший оперативный дежурный Главного управления МЧС по Ненецкому округу Михаил Шабанов. Дом уничтожен полностью по предварительным данным. Информация неизвестна по причине пожара, да, то есть из-за чего начался пожар. В ликвидации участвовали Каменский сельсовет, затем 20 человек добровольцев, добровольно-пожарная охрана, то есть из числа местных жителей. Из средств специальных, значит, применены две мотопомпы, трактор и две автоцистерны.